В центре Абакана сегодня ночью горела многоэтажка. Никто не погиб, лишь благодаря своевременной помощи спасателей. Жильцов пришлось эвакуировать через окна по пожарным лестницам. Репортаж Виктора Бурова. Пожар в доме Почёрца 28 вспыхнул в полночь. Загорелась квартира на втором этаже. Хозяева вместе с детьми чудом успели выбежать на улицу. А вот жильцам сверху до приезда пожарных пришлось натерпеться страха. Дым мгновенно заполнился здание и заблокировал выходы. Люди, признаются, уже начали связывать простыни, чтобы спуститься вниз. Потому что было сильно. До сих пор даже пол горячий, по-моему, там. Не дай бог никому. По вызову прибыли 5 пожарных автоцистерн и 2 машины с лестницами. Спасатели эвакуировали 22 человека, из них 9 детей. Пожар был не так уж и крупный, потому что площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Сложность данного пожара заключалась в том, что было сильное и плотное задымление, и жильцы вышележащих этажей начинали задыхаться. Поэтому требовалась срочная эвакуация. Эвакуация, как я уже сказал, производилась при помощи 2 автолестниц, при помощи 3 коленных лестниц. Звеньями ГДЗС использовались спасательные устройства, которые одевались на спасаемых. О причинах возгорания следователи пока не сообщают, но, по словам соседей, в квартире жила неблагополучная семья. Сюда каждый день буквально толпами ходили гости, а перед пожарами с квартиры доносился резкий запах ацетона. Слышалась громкая ругань супругов. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.